$1.70 стоит 1 гектарий. То есть вы можете много заказать. Так что много сортов мяса, они делают с сыром тоже. Ну, много всего, вариаций разных. So here on the left is a Kintali house. The first floor of that building on the left that's made out of black brick is a Kintali house. Where you can try Georgian traditional cuisine Kintali. Также здесь есть Грузинская академия наук, Сталинская башня слева. Первый Макдональдс 96-го, памятник Федору Сталину и станция метро на Сталине. Также там люди увидят город Телебашки, красно-белый. На эту гору можно подняться со зданием парламента по фуникулеру. Можете подняться на середину горы, где есть церковь и кладбище культурных известных действий. Или можете подняться на самую вершину, где есть ресторан, как в Телебашке и Конецо области. Here on the left, there is a bookstore stand where you can buy some Georgian books. And if you want to read Shota Rostavelli's Night in the Panther Skin, it is about 100% there. And there is also a restaurant there, so you can grab some coffee and read some Georgian books, for example. Вот мы сейчас с вами приближаемся к концертному залу филармонии в Тбилиси 1961 года. Но построен. Уже в 1980-м, кстати, до этого года, любая рок-музыка считалась антисоветской пропагандой. И вот в 80-м там выступал Борис Гребенщиков вместе с группой «Аквариум». И тот первый легальный рок-фестиваль назывался «Весенние ритмы». Но, к сожалению, там Борис Гребенщиков, они выступали, кто-то они танцевали, а организаторам это не понравилось, их запретили, может быть, даже ему. Здесь слева также можно увидеть статую Мусора, хотя смотрите, можно увидеть и Тбилиси. Here on the left is a Philharmonia concert hall of Tbilisi that was constructed in 1971. And already in 1980 there was the first legal rock festival in the Soviet Union. Здесь еще кинотеатр слева, есть Абирани. Вы можете посмотреть кино на грузинском, на английском языках. Также здесь можно такие телеги увидеть в Тбилиси, которые есть, а некоторые ее сбрасывают. И некоторые выглядят прям белыми, гладкими такими. Это называется Платан Кинара, называется. Их в народе называют еще бесцветными телегами, как будто бы они без одежды. Это были одежды. So, here on the right, you will see this building with a green working material around it. It's a former Ministry of Agriculture of the Soviet Union. However, right now, there will be an American hotel Hilton. If the Soviet Union leaders were there, they would be surprised. Сейчас с вами мы заезжаем на площадь Героя. Там у меня есть монумент 48 метров, построенный в 2010 году испанским архитектором Альберто Доминго Кампо. И на этом монументе выгравированы имена 4000 героев, которые погибли в 1993 в Абхазии и 2005 в Осетии, а также и те студенты, которые собрались в 1921-1923. Вот что зажигается лучом света, который посылает в небо, символизируя то, что будет студентский герой, присоединяется к нам. So this is a hero square, and here on the left is a hero's monument that has 4,000 names of Georgian heroes engraved on the material that it is built on, those stones. And those names are of the soldiers and heroes who died and sacrificed themselves in 1992-1993 in Abkhazia and 2008 in South Ossetia. As well as those students who resisted the Soviet Union power in 1921. But this kind of crowd actually was a big business. And then on the front right on the left, you can see a big business center named after King David, David the Fourth, David the Builder, David the Fourth, the big eagle trophy in the 11th, early 12th century. Давида Строителя, царя Давида IV. Также его называют Давидом от Башадебели.
Четырех веков мусульманского закона, вернее, восточную Грузию и город Тбилиси. И получается, сразу после своей победы в 1121 году в битве за Дидгори, когда он победил турко-сельджукскую империю и освободил город Тбилиси, он ознаменовал золотой век Грузии. Это когда на протяжении одного века, с 12 по 13, Грузия считалась мировым центром Восточной Православной Церкви, а также была на культурном политическом подъеме. Здесь, вот, кстати, слева и справа можете увидеть реку Кура, которая протекает через Турцию, Грузию, Азербайджан и сливается с Каспийским морем. So here on left and right you can see river Kura that flows through Georgia, Azerbaijan, Turkey and enters the Caspian Sea. And this district is called дешевле гораздо, чем в городе. Например, там килограмм мяса стоит гораздо дешевле, одежда, там техника и так далее. В принципе, все, что хотите. Но мы с вами сейчас поговорим на улице нового города. Улица Давида Строителя. Вот короля, того самого короля, которого сейчас я показал. Это также улица нового города. Здесь он просто сейчас такой понять, чем отличается старый от нового города. Слева есть изображение Давида Строителя, Давида Шевеля, того самого освободителя Восточной Грузии, Тбилиси, нашего закона. И вот эта улица вся, она была построена в 19 веке, в то время, когда Грузия входила в состав Российской империи. И в начале 19 века сюда приехали поселенцы из Германии. И начали здесь строительство в лесу, который назывался на тот момент Кукия, то есть это был лес, который никому не принадлежал, вблизи города Тбилиси. Когда царь Николай I узнал о том, что здесь идет строительство вблизи города Тбилиси, он послал сюда наместника в Кавказские земли, графа Михаила Воронцова. И уже под его предводительством с 1817 по 1854 данная улица была закончена и присоединена к городу Тбилиси. То есть в один из самых первых разов, даже можно сказать впервые, город Тбилиси расширился за границей, за пределы крепостной стены, которая была изначально построен, сконструирован в 5 веке. Почему? By settlers from Germany who came here to build for themselves. And it turned out so that this the place where they were building here, it was a forest Kukia that was in a close proximity to the city of Tbilisi that at the time was under the was in the Russian Empire. And when Russian Tsar Nikolai I found out about the construction in the forest close to Tbilisi, he sent a viceroy here to Grand Mikhail Vorontsov. And under his supervision between 1817 and 1854, this street was completed and joined with the city of Tbilisi. Thus, the city grew beyond
the fortress wall, it was initially constructed with it. And also about the construction of this station 1854 is also inaugurated the notion of the new city and gave birth to the notions of the old city and the new city. Значит, также вот свидетельством этой улицы, эта улица ознаменовала понятие нового города. Названа она была в честь Давида Строителя в 1990-х. За его заслуги, и также вот Давид IV, царь Давид приравнен к лику святых Российской Православной Церкви. За вот его подвиг и освобождение от мусульманского закона. Который, кстати, от которого пытались освободиться не только царь Давид, но все цари, которые до него были на протяжении 4 веков. Они, по сути дела, правили из Западной Грузии и старались, как могли, восстановить город, когда он разрушался, и основать снова свое правление. Вернуть власть. Здесь вот слева это бывший отель 1911 года. Там был самый первый лифт построен. Это было такое здание будущего. Его построил Фридрих Гессель, купец второй гильдии на тот момент. Сейчас это заброшенное здание, да. Оно, возможно, даже находится на продаже. Довольно-таки иронично. Сейчас это уже не так и плохо. Слева вот здесь нет юного зрителя 1926 года имени Нугара Дуслава. Вот так же римская литература. Right now we are going to approach. We're gonna enter the. We're gonna enter part of the city square. And here is an amazing installation on the left, and also some currency exchange points. And good currency exchange rate is on the right, and on the left is also good. This вот блокинг Макроничники, слева есть станция метро Макроничили. Значит, здесь есть обменники валюты. И вот, например, с левой стороны курс хуже, чем с правой. Также здесь есть на этой площади два здания близнеца, в отличие от улицы до позади нас. Там здания друг друга не повторяли архитектурно, все отличались друг от друга. Но здесь вот это здание сталинского ампира, построили в 20 веке. Это зеркально имитирует сейчас. А, друг друга. Отзеркаливают. Здесь вот у нас наша обычная остановка, 1-2 минуты, если они сейчас будут все 30-40 минут, это для тех, у кого 24 часа билет. So, here is also always we stop here for 1-2 minutes, and the next bus is in 30-40 minutes. Do you have 24 hours? This is the continuation of the David the Builder Street. And sometimes it's called Bright Street, because here you can find wedding dresses from left and right. And actually at the beginning, in the middle, and at the end of the street as well. Вот это наше продолжение улицы Старозаиса. Здесь эту часть улицы также иногда называют улицы Невест, так как здесь можно произойти с вами далеко, а те с левой, с левой стороны, как в начале, в середине, так и в конце улицы. Able to see a big mosaic built constructed on the business center. It was done so by Georgian students in 1976 under supervision of Vlad Tarantelli. Вот эта большая мозаика слева построена грузинскими студентами в 1976 под руководством Зурата Церетели, грузинского архитектора. А вот здесь, вами справа, там жил Лев Николаевич Толстой в 1851-м. Вот в этом здании там появилась доска на первом этаже, здесь есть.
Там он написал свою повесть о детстве, а также сказал, что здесь был его лучший урок немецкого языка. Так как вот строители эти, которые здесь строили, они впоследствии были наняты русским царем. То им, видимо, платили деньги, и они здесь оставались, видимо, после строительства жить, так как они изначально приехали, пытаясь освободиться от революционной Германии на тот момент. Здесь вот напротив нас пешеходная улица, иногда называется Арабской, так как там много ресторанов арабских по левой и по правой стороне, а у них есть там терраса, можете пообедать, поужинать на улице. There on the front side here is a pedestrian street. It's sometimes called Arab Street because there are many Arab restaurants and cafes there on left and right. And some of them have terrace, so you can have your lunch or dinner outside as well. Есть уникальная возможность увидеть, как же все-таки выглядит грузинский символ. Сейчас вы сможете это увидеть. Here is a unique opportunity for the tourists to see how does the Georgian symbol look like on the right. And actually this is a parody on Nico Pirosmanis' Fisherman in the Red T-shirt painting. And Nico Pirosmanis' art gallery is on Rustaveli Street. Грузинский Симпсон, это была пародия на Ника Пиросмани, рыбак в красной рубахе. А сама картинная галерея Ника Пиросмани находится на улице Руставели. Слева здесь это монумент Александру Сергеевичу Грибоедову, который написал «Горе от ума». А также он был самым первым культурным деятелем, которого захоронили на Святой горе Талсминда. Его здесь в Грузии уважали, так как он был женат на дочери грузинского генерала Нина Чавчавадзе. So, here on the left is a monument to Alexander Sergeyevich Griboyedov that wrote a bow from wheat, which literal translation is something like a tragedy from a distinguished intelligence. So, that's the name, the literal translation of his most famous Or book. He was also the first political figure that was buried on Holy Mountain Tasminda, up on the front side. And on the left is a square of Saarbrücken. They both named after a German city in which there is a restaurant at Tbilisi. They became brother cities in 1970. And also in 2017, Germany presented a piece of Berlin Wall to Tbilisi, to Georgia. And that piece of Berlin Wall, you can examine in the year of where we will go next. Также вот здесь напротив вас, есть ресторан Тбилиси, ресторан Тбилис, который носит старое название города Тбилиси. Так он назывался в 19 веке в составе Российской империи. Here on the front side is a restaurant Тбилис. That's a Georgian authentic cuisine restaurant. However, it has an old name of Тбилиси. This is how it was called in the 19th century. When it was in the Russian Empire, Georgia and Tbilisi. Монумент. Это называется «После времени». Это как времени монумент. Здесь справа и слева можно приобрести всякие сувениры, типа ряд и старинные вещи. Но так как время уже идет к вечеру, они уже, в принципе, закругляются. Днем здесь и гораздо больше. So, here is a bus stop on the pre-market. Here on left and right.
During the day you can acquire many souvenirs, antiquariates and historical things, ancient historical things. You can still do it here, however, because it's closer to the evening, they already going home. Вы попадете на улицу Руставели, вот где мы примерно с вами начинали. So, here on the left is a park of Георгий Леонидзе. He was a Soviet poet and writer. And he wrote the book Tree of Desires. And if you go behind him, up the park, up the hill, you will eventually get to the Руставели street. From where we began, on the freedom street. Здесь по левой стороне можете еще застать, как здесь можно оставаться картинки уличных художников, моих кинов. So, here on the night is Felicity Street painting exhibition. Это вот первый архив, который я называю, поэтому
это женщина, это мать Руси, называется. Но эту мать Руси вы можете съездить на канатной дороге, которая есть Европа, где у нас... And according to a legend, he was hunting in the forest here, on a pheasant. And when he injured the pheasant, that pheasant dropped in the boiling water, as it turned out later, upon the at the moment when Vakhtang Gurgasali saw the pheasant, it was boiling in the water. And he understood that in this forest, here there are natural hot springs, so natural hot warm water, and that he would feel the Он пришел. И когда две птицы столкнулись в воздухе, раненые, они стали падать. И